Здравствуйте. Сейчас сделаем такой небольшой обзор автодороги от перекрестка Карпачева до города Сим. Скажем так, для потомков снимем немножко, какие изменения. Хоть я совсем недавно снимал, но посмотрим, может что-нибудь изменилось. Пополним, так скажем, коллекцию нашу. Так, ну и вот, это был краткий обзор автодороги М5. С вами был Александр Мартынов. Всем пока!